Ничек. Мы, во-первых, я вас всех приветствую. Как и договаривались, мы так и делаем с вами. Рождество один из самых, вы знаете, многие наши мужчины, мужественные, героические наши ребята, воины России. И сейчас в праздник с оружием в руках отстаивают интересы нашей страны. И поэтому я, во-первых, хотел бы, чтобы мы вместе с вами сюда всех поздравили с этим праздником. Так же, как и в России Новый год отмечают. Семья Васильева. Хотел бы, чтобы наша встреча была таким ясным, понятным сигналом для всех моих коллег на всей огромной территории Российской Федерации, причем на всех уровнях, чтобы было ясным сигналом к тому, чтобы всегда и везде рядом с вами были мои коллеги, повторяю, любого уровня власти, управления, чтобы всегда вы чувствовали рядом с собой людей, которые... Я вас всех еще раз поздравляю и желаю вам всего самого доброго. Сейчас не буду говорить о очень тонких, тяжелых, может быть, даже вещах в преддверии праздника, касающихся ваших семей, но хочу вас еще раз заверить, что мы всегда будем рядом с вами.